Привет всем! Всем доброго времени суток! У нас утро. Я с утра решила вот испечь пиццу. Это у меня укропчик сверху. Тесто дрожжевое, но оно еще не подошло. Вот. Остатки у меня есть сыра. Не, у меня есть и большой кусок сыра и колбаса. Но просто вот такие, как лежат огрызочки. Вот. Огурчика тоже кусочек остался. Ну, такая небольшая пицца, добавлю и не пропадать же продуктом. Вот. Пью кофе. Снег растаял. Так, мои солнышки, значит, что я буду делать? Вот как я делаю? Каждый делает по-своему. Я вот немножко укропа. Так, тут вот что у меня совсем кетчупа нет. Закончился. Вот выдавлю уже остаточки. Так, ну у меня он есть, конечно. Сейчас я возьму водичка. Так, смею. Раз. Смотрите, я на низ. Как вы делаете? Пишите. Я на низ кетчуп, потом немножко майонеза. Ну это чуть-чуть. Так, это все. Так, это все распределяю. Но тесто у меня еще не совсем подошло. Ну, я поставлю в теплое место, оно там дойдет. Вот и кетчуп. Потом немножко майонеза. Вот так вот. Вот. Вот сюда. Так. Тоже тут остаточки. Надо. Хватит, чтобы оно сильно не было. Так, знаете, чтобы не плавало. Ну, так, чуть-чуть его. Так, со всех сторон. Трошечки, трошечки. Вот так. Так, значит. Кусочек, ой, кусочек ветчины. Нарезаю. Пахнет как хорошо. Вкуснятина какая. Пахучая. Ну, это такой кусочек остался. Миленько. Кто может не миленько, я так миленько, так чтобы вот так его достаточно. Ну и вот колбаска тоже кружочками, ну, можно соломкой ветчину порезали квадратиками, а эту соломкой раз и вот так разложить. Потихонечку, чтобы симпатично все лежало, обязательно. Так. Ножи уже тупые, так, тупые ножи, точить их надо. Опа. Вот так вот мы, видите, достаточно столько было колбаски, немного и этого достаточно. Боже, руки уже жирные, уже колбаска жирная. Раз, прям нож не удержишь, потому что скользит прям. Ничего себе, жирная какая колбаска. Вот. Вот, ладно, это порежем вот так, вот так, вот так. И достаточно. Ничего себе, сколько колбаски получилось много. Так, отключаюсь и помою руки. Так, сейчас огурчик порежем. А, у нас же еще двери закрыты, надо открыть. Сейчас же Галя придет делать уколы. Уже открыть? Так. Да не видно. А может уже забрали Юру на работу? Ой, может открыть сейчас. Сейчас я быстро вот это дорежу, открою двери. Да хоть бы собака не одервалась. Не, собака на цепи, только что проверила. Сидит. Так, сейчас. Огурчик сюда. Такая пицца будет у нас. Вот это 5 дней пить вот эти таблетки. Оцелось.
школы 3 дни. Угу. Утром и вечером. И вот эти 5 дней антибиотики, а их 10. Угу. Ну, она каже, что они годны до 25 числа. Угу. Году. Это получается, что она и вечером будет колоть. 8 утра и 8 вечера. Да. Угу. Так, открываем дверь. Покрыли. Лунка, ты идешь что ли на улицу? А что, снег еще ночью? Нет. Наоборот, он растаяв. Растаяв. На улице вот теперь туман. Ну что, ты пойдешь лапы вымазывать? Ай-яй-яй. Тогда не заходи. Не заходи в дом. Потому что сейчас придет к нам на уколы. Галя. Наташа мне давала. Вот такая будет пицца. В теплое место поставить. Пусть она подходит. Вот тут. Котам вареники отнесу. Так, может их словлю-то занесу. У хату? Да. Хорошо, Шаня. Они их не поймают. Это как бы я пишу. Грязная посудка. Да не, мы поймаем сами. Снег не ищу. Сейчас помою. Туман. Туман такой сильный, прям не видно ничего вдали. Да, вот тут и так прямо страшный туман. Да. Сейчас я пойду собак кормить, кури открою, отнесу вот это котам. Вот тут им, что я тебе штангую, где я ее видела. Ага. Где брешь двери. Так, сейчас пока сюда, пока оденусь. Сейчас Поленьку тоже с собой возьму. Ай, да, будьте здоровы, господи. Ой. Так, вот это я. Хочу всю капусту и ведро и еще наквасить. Наверное, Галя идет уже, там что-то собака гавкает. Нету? Не видно, она сказала. Нагадай это мне, может, я забуду. О, Господи. Она 8 же обещала, да? Ага. Я скажу, Юра, на работу пойду. Уже 8, может, сейчас придет. Так, сейчас пойду я оденусь. И пойду уже, в принципе, можно их отпускать, курей. Да не спеши. Да ты чего? Уже, в принципе, светло. Чекурочек чуть позже можно. Еще успеешь. Ага, идет уже Галя. Идет. Давно Галю не видела. Чтоб не оторвались собаки, я смотрю, чтоб... Вот такой вот этот... Злой у нас. Ой, злющий. Аж прям хочет цепь сорвать, чтобы разорвать всех. Ай-яй-яй. Не, ну это хорошо, конечно, такая собака. Но очень злой. Вчера мы приехали, уже так вечерело, и он, ну, оторванный был. Цепь себя сорвал, еле словили, прицепили. Такой злющий, прям ужас. На вид добрый, хороший, красивый, но злой. Одна Линдуська такая добрая собачка у нас. Сидит в будке. А этот прям вот злодей-злодей. Не, ну... Малыш, ты шо? Отвязался. Сейчас я буду кормить. Не, Поленька кормит, а я пошла докурить. Так, как тебе привязать, а, злодея? Ай-яй-яй. Вы сейчас тут такое наделаете. Ой, такой мелкий дождь идет. Сейчас надо так быстро закрыть, а то они сейчас всех распугают. Вот эти двое собачат. Так, они хоть тут есть. А где все эти? Так ни одной утки нет. Я не поняла. А где утки все? Я не поняла, где утки пропали. Господи, тут что? Где они? А, вот они. Я думаю, где же все пропали утки? Так, а я как раз. Привет.
Как вас открыть-то? Я не пойму. А, в эту сторону. Ну, так, а это что теперь надо-то? А, вот эту штуку, наверное, вот так раз, чтоб держала. Ну все, я вас не пугаю. Выходите, сейчас я вам насыплю покушать. Выходите. Доброе утро. Кукареку. Выходи. Петушок один тут. Так, открываем, значит, вот этот сарай. Они тут яйца несут. В этом сарае. Крючок. Вот так. Угу. Что, крючок не открыть? Я кому открыть, я не пойму. Что открывается? Открываем. Так, а как дальше? Как дальше? Как дальше его зацепить-то тут? Вот оно как. Крючок и вот такая штучка. Так вот оно. А я на крючок думаю, да как же оно не достает. Таким образом. Так, теперь их надо покормить. Покормить. Сейчас. Нету, что кушать, да? Нет, что кушать, сейчас я вам дам. Вам, пожалуйста. Сейчас. Не бойтесь меня, выходите. Боитесь? Что вам? Водички ж надо сюда налить. Сейчас. Так, а где тут? Не поняла ничего. Ладно, сейчас принесу. Это что ли? Корыто. Я не пойму, а куда насыпать-то? А куда это насыпать? Чё? Очень странно. Ладно. Может, они теперь здесь живут? Вы теперь тут, что ли? А куда? А, вот я вижу корыто ваше. А ну, текай, ты зачем тут в туалет ходишь? Нельзя сюда ходить. Вы что? Идите. Выходите, не бойтесь, курочки и утки вместе живут. Дружные ребята, молодцы. Идите кушайте. Я вам принесла кушать. Га-га-га. Гуси-гуси. Кря-кря-кря. Так, ну что вы? Вы что, прячетесь от меня теперь? Что вам дать? Давайте я вам еще комбикорма подсыплю. Будете комбикорм? Ой, мой шлюхатки, а я тебя искала, где ты был? Вот так, немножко комбикорма, ну, не знаю, может, нельзя вам комбикорм, потому что это не для вас, нам малое. Может, не для вас? Так, ну что, компания, собираемся быстро кушать. Быстро собираемся. Давайте яйца сегодня, чтоб были. А побольше. А ну. Не отгоняй. Что ж ты не даешь поесть-то? А, вы лучше комбикорм едите, чем кукурузку. Я вам насыпала столько кукурузы. Хорошо, я еще дам. Так, ну что, честная компания, собирайтесь. Так, ведите себя хорошо. Чтоб все съели. Я кому столько насыпала? Кушайте. О, что ж вы так плохо едите? Смотрите, я вас тут кормлю вдосыта. Просто вдосыта. Так, еще вот, смотрю, тут есть. Так, чтоб яиц была сегодня... Так у вас тут еще... А что это вообще? Что это, песок или что? Комбикорм был? Был комбикорм? Вот вам еще насыпаю. Ешьте хорошо. Вы не боитесь меня уже? Отлично. Малыш отцепился, бегал всю ночь. Я его привязала. Вот вы говорите, пусть бегает всю ночь. Вот смотрите, что он сделал с крыльцом.
Я вот его сейчас мою, его невозможно отмыть от грязи. Все натоптано. Разве могут собаки бегать по двору? Ну просто они же носят такую грязь. Вот, а я, значит, все, всех открыла, накормила. И теперь после малыша вымываю крыльцо. Это же просто невозможно. Такая грязь. Так. Что-то постелить, чтобы вытирать ноги. Вот так вот сейчас все, чтобы чистенько было. Да, теперь гавкает. Угу. Теперь гавкаешь, да? Надо, наверное, оставить, чтобы всегда протирать. Вот оно так хорошо, когда чистенько. Красиво так. Не идеально чистенько, но все же. Ну все же. Это не на туптыши эти. Ну, допустим, на улице я нашла вот такой коврик. Ну, да, он, конечно, вымажется, но он не вымажет. Не вымажет крыльцо, по крайней мере. Вот так. И, во-первых, не будет так скользко. Что-то еще бы такое найти, постелить. Ничего такого не нашла. Ну ладно, пусть. Бабусе не разрешаю выходить, пусть лечится. Потому что такие бронхи. Это очень опасно. Так, все, я захожу. Такая пицца получилась. Вот она. Мы тонкую не любим, поэтому вот такая у нас. Ай, куда, куда, куда? Сейчас я ее вынесу, чтобы она просто... Ай, боже, а такая она. Вынеси, як... Чтобы она остыла. И омлетик сейчас сделаю. Пицца, омлет, квашеная капуста. Смотрите, мои хорошие, какая пицца получилась. Видно в разрезе? Ну, совсем тонкую такую лаваш мы не любим. Ну, просто девчонки любят вот такой вот. Молочко, дрожжи, немножко соли, сахар, масло подсолнечного вымесила. И вот такой вот получился у нас слой теста. Ну, а уже все остальное вы видели. Разрезается она. Ну, во-первых, еще такая тепленькая. Видите, какой слоечек. Боже, какая вкуснятина. Какая красота просто. Во рту тает, понимаете? Тесто во рту тает. Ну, есть немножко, я, видите, бортики делала, поэтому тут немножко тесто толще. Но так любим. Любим так. Так. Это мой рецепт пиццы. Это я так делаю. Боже, она... Представляете? Она хорошо разрезается, просто... Ой. Ай-яй-яй. Так. Ладно. Вкуснятина. Вкуснятина. Боже, какая вкусная. Это вообще... Ну, тесточка мягкая. Просто тут оно... Видите, немножко подзажарилось. Но слегка... просто вкуснятина. Настя смотрит телевизор неожиданно. Заглядываю, сидит, смотрит. Я? Да. Я сейчас я... Сколько время? Пойду я закрывать сейчас. Курей. Я посмотрела в окно, никого уже не видно. Да, поховались уже. Ага. Там снег срывается. Может, они раньше и ушли, поэтому со двора. Иду проверять яйца. Взяла фонарик. Про телефон свой буду светить. Так. Ну что? И яйца. Яйца есть вообще? Надеюсь, они яйца-то несут. Так, где коры-то? Вот тут. Ничего тут нет. Никакого яйца нет. Вообще, коры очень плохо несутся. Старенькие уже куры. Проверочка. Ой, а что это? Вообще не поняла. А что это вообще? Раз, два, три, четыре, пять, шесть яиц? А что, бабуся набачила яйца, что ли? Надо ей сказать. Что это вообще? Это за яйца. Она говорит, что курка несется одна. И та очень редко, раз в неделю. А это... Что это вообще? Это гусиные, куриные? Чейные это яйца.
похоже на куриные яйца. Раз, два. Чё, надо ей сказать. Может, она не знает? Да, зашла в сарай и нашла сразу яйца. Ой, так надо их позакрывать, в общем. Вот. Кукурузку всю не съели. Так, хоть все зашли. Сейчас буду искать. Кукурузку всю не съели. Я им, видно, много насыпала. И плюс они разделились по сараям. Там еще один сарай. И они там спрятались. То есть получается, что в этом сарае не все. А что это вы так странно разделились? Вы что, поссорились? Ну хорошо. Спокойной ночки. До утра. Крутилочку их. Раз. Я зашла, сказала про яйца, что лежат какие-то яйца. Вот, а мама говорит, что это свежие нормальные яйца. Я говорю, как? Я думала, это старые яйца лежат для того, чтобы показать курицам, где нести яйца. Она посмеялась, говорит, нет, это свежие яйца. Я, в общем, иду за ними. Иду за ними опять. Все. Вот это да. Она говорит, да нет, это там старых. Это только свежие яйца. А я говорю, я думала, куры не несутся, мы же покупаем яйца. Вчера опять купили яйца. В общем, она мне дала, куда их сложить, сейчас я, так, чтобы не осветить. Они, вот такая красота. Она говорит, вчера не было, это значит, она говорила, курка одна несется в неделю. А, может, они переходили, бывает такое, что куры не несутся, они несутся. А потом раз и занеслись. И вот они за раз снесли нам 6 яиц. Вот такая красота.